sounds from a distant Russian Jewish past. A folk song recorded in the 1920s, part of a rare collection handed down to Alexander Tsiliuk from his 95-year-old grandfather. He is a real Jewish Russian intelligent person, deeply believed, but never official that. In the early 1990s, Alexander almost left Russia for Israel. There were quotas for Jews at universities in Russia. And almost all my friends and relatives left. I was so lonely here. Israel, his friends told him, didn't need another overeducated musician. Opening night this week at a new Jewish cultural center in Moscow. On stage, the choir Alexander conducts, the Hasidic Capella. The center was funded by American Jews trying to help Russian Jews find their roots. We have to attract Jews who are not used to coming to things Jewish and who are some of them self-conscious after 70 years of repression. At least 1 million Jews emigrated to Israel from Russia and the former Soviet Union, and many of them used to worry about the fate of their relatives back home. Now the tables are reversed as the Middle East turns into a war zone. The cultural center's craft teacher, Valentina Doroshenko, said goodbye years ago to many friends who left for Israel. Now she worries. You know, I'm really scared, she says. You turn on the TV and see those reports and think, what's going to happen to my friends? In Russia, Alexander Tsiliuk says, government-sanctioned anti-Semitism is now rare. On an everyday level, he still encounters it. I still can feel that, but things really changed for these years, really changed, in a better way. Alexander says he's just at the beginning of a long road to Jewish faith, and he's finding it in Russia. Jill Doherty, CNN, Moscow. Вагнер, фактически запрещенный в Израиле. Кому пришла в голову эта, на первый взгляд, безумная идея, мы узнаем чуть позже от самого Алексея Козлова. А пока о концерте Московского мужского еврейского хора, посвященном Ицхаку Рабину. Этой традиции около 30 веков. Она восходит ко временам, которые сейчас уже трудно себе представить, но исторически они абсолютно реальны. В те времена в городе Иерусалиме на Храмовой горе стоял храм, где 15 ступенек отделяли место народа от места священнослужителей. На этих 15 ступеньках стояли левиты и пели псалмы Давида. Древняя культура синагогального пения на самом деле очень динамичная и гибкая. Но есть ее высокие образцы, которых вообще, кроме хасидской капеллы под управлением Александра Тсиліука, больше почти никто не исполняет. Тем более в филармонических концертах. Очень крепкий стиль, который они пели. Этот более, скажем, элегический или даже сентиментальный стиль. В еврейской культуре, в еврейской литературе, в еврейской музыке очень редко встречается чистый жанр. Либо, так сказать, только комедия, либо только трагедия. Как правило, это переплетено. Я заметил, что есть разница стиля песни. И это мне очень нравится, потому что это показывает, какие огромные возможности и существуют в стиле хасидского хорального пения. Кстати, Эрнсту Йоргу фон Штудницу в Рахманиновском зале консерватории был преподнесен особого рода сюрприз. Мало того, что сочетание джазового саксофона и мужского хора в России абсолютная новость, так еще и играли они одно из самых больных мест всей немецкой классики. Музыку из Тангейзера Рихарда Вагнера в откровенно антивагнеровской аранжировке. Получилась изнанка Вагнера, как изнанка нацизма. Oh,
Но кроме протеста против насилия и геноцида, который музыканты выразили весьма красноречиво, в искусстве хасидской капеллы есть важный положительный смысл. Это красиво во многих отношениях. Здесь и духовность, и живое непосредственное переживание, что очень точно схватывает, фокусирует чувства всех людей. В сегодняшнем мире все так страшно переплетено. Невозможно улыбнуться без слезы. В Америке и России живут две крупнейшие еврейские общины мира за пределами Израиля. В звучании этого хора чудесное выражение энергии и живости возрождающейся еврейской жизни в России. И это тоже нас сближает. Сегодня гость нашей студии Алексей Козлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, на концерте в Рахманиновском зале вы играли музыку из увертюры к Тангейзеру, любимое произведение Гитлера. А чем был обоснован ваш выбор? Вы знаете, вообще классику я стал исполнять уже давно. Еще с Арсеналом, еще в 70-е годы. И постепенно, вот уже в 90-е годы, я даже пришел к тому, что стал играть уже даже не с джазовыми музыкантами, а с классическими, с квартетом Шостаковича, с Юрием Башметом, одно время даже играл. И вот 3 года назад с Арсеналом мне пришла в голову мысль исполнить Вагнера. До этого исполнял в основном французскую классику и русскую классику. Я услышал в Тангейзере просто чисто джазовые гармонии. 150 лет назад человек написал, просто поразился. Но его имя связано, конечно, в общем, с фашизмом и с антисемитизмом. Его считают одним из таких основоположников вообще в этой области. И я сделал свою версию Вагнера, как бы вот отдавая дань гению композитора, но отразить свое отношение к его антисемитским идеям и к фашистским идеям. Вот отразить это в этой оркестровке, чтобы дать понять, что мы, с одной стороны, Вагнера уважаем как композитора, но фашизм мы не принимаем никак. Сильнейшее впечатление у меня было от Освенцима, когда я туда случайно попал в 62-м году. Потом, когда я туда попал и увидел кадры, кино и фото вот этих зверств, которые немцы тогда очень так тщательно все снимали, они почему-то гордились. Вот тем, как они уничтожают трупы, как живьем женщин там на кострах сжигают. И это все видел. Горы детских очочков, горшочков. Там. Это страшное зрелище. И когда я стал делать эту аранжировку, мне вот волей-неволей мне вспоминались вот эти кадры. И я даже как-то вот когда стал играть эту вещь, я почему-то стал ощущать себя вот таким музыкантом, из тех, кого фашисты отбирали, шла огромная вот эта вот тысячная очередь в газовые камеры, а музыканты стояли и играли им музыку. Всякие танго, фокстроты или вот какие-то любимые немецкие мелодии. Потом и их сжигали. Вот я себя представлял вот этим человеком. Тем более, что я знал, что джазменов просто сажали сразу вообще-то. Был запрещен джаз настолько в Германии. У нас тоже он был запрещен, но у нас не расстреливали за это. Нас просто не давали играть. А в Германии там очень сурово обращались. Потому что в 20-е годы, а как раз это предшествовало фашизму, вот все чикагские и даже новоорлеанские музыканты белые, это были евреи, как правило, те, кто начинал делать джаз. Ну, самый популярный – это Бенни Гудман. Я представляю, как Гитлер вообще ненавидел джаз только из-за этого. А когда мне позвонил руководитель вот этого хора замечательного еврейского Саша Цалюк и предложил что-нибудь сделать, мы стали делать с ним программу из русской, из французской классики. И тогда я говорю, а давайте тогда уже сделаем и Вагнера. И вот так, вот представляете, евреи, поющие Вагнера, и я, играющий на саксофоне. И я это сделал номер тогда уже иначе, чем с Арсеналом. То есть там солисту была сделана такая партия, где в середине Вагнера он начинает просто, ну,
плакать, петь, вот такие еврейские, такие причитания, ай-яй-яй-яй, вот это вот. А я уже там начинаю играть не просто джазовые импровизации, а начинаю просто хрипеть на саксофоне, выть авангардным таким приемом. И думаю об этом вот за те тысячи, миллионы людей, которые задыхались в камере. Это вот предсмертный такой ужас. Вот это я изобразил. А когда вы предложили сыграть Вагнера, какова была реакция? Когда организаторы слово «Вагнер» услышали, что там будет исполнено, там, в общем, я так точно не знаю деталей, но там начался такой ужас, паника. Мне стали звонить, а может быть, не надо играть эту вещь? Я говорю, да почему не надо? Это антифашистская вещь. Я говорю, я скажу текст специальный, и потом вы услышите, какая это будет музыка, что это Вагнер и не Вагнер, что это антифашистский еврейский Вагнер. Ну, в общем, с трудом удалось их убедить. И то, в программку это было не вставлено. Да, в программке хотела... стоял только Фаре. И действительно, вначале сыграл Фаре «Пробуждение». А потом я взял на себя как бы уже вот этот риск. Я просто рассказал о том, что это будет. И даже я высказал предположение, что если бы мы ее исполнили в 1939 году в Берлине на каком-то концерте торжественном, то нас до газовых камер бы просто даже не довезли, а расстреляли бы по дороге, потому что это было бы преступление. Вот так сыграть Вагнера. Вот так мы и выразили свое отношение вот, вообще к этой, вот, к этой проблеме. Алексей, саксофон и хор – это же вообще очень редкое явление в мировой практике. Я не слышал аналогов пока. Вот поэтому я взялся сделать сейчас целый ряд серьезных таких классических произведений, причем редко даже исполняемых, вот именно с хором. И там, как выяснилось, я написал несколько оркестровок, выяснилось, что вот то, что я умею писать для струнных и саксофона, это совершенно не подходит. Здесь другие законы, все другие расположения, и я уже сейчас знаю, как я буду делать дальше. Спасибо, что вы пришли к нам в студию. И вам спасибо. Ашивей, Ашивей,
Мэй!
с ума меня свела и сушила добра молодца. Viel schönen Leben, oh.